Настюш, поедем на кораблике кататься? Да. А что будем на кораблике делать? Рыбок смотреть, да? Рыбок красивых. Будешь всем махать кораблика ручкой? Пока-пока. Она постоянно берет эти хлопья. На, воробьям показывает. Я бы спала. Настюша, как ты спала сегодня? Хорошо? Да. Хорошо спалась, да? Она ночью проснулась, встала. Стоит. Я слышала. Настюш, а на дискотеку пойдем сегодня? Тёма там. Тёма. Да. Тёма. Тёма. Нравится тебе Тёма? Имя, наверное, нравится Тёма. Хороший мальчик Тёма, да? Хороший мальчик. Любишь Тёму? Рапагума. Мы идем на кораблик. Мы отправляемся на дайвинг. Будем нырять с аквалангом, плавать с масками. Есть такая огромная марина с корабликами. Настюша, на кораблике поедем, да? Какая ручка? Все, можно выходить. Вообще в Египте и ныряет с аквалангом. Расскажи, пожалуйста, о впечатлениях. Очень круто. Значит. Необычно, рыбки красивые. С первого раза получилось дышать. Все окей, уши чуть-чуть закладывает. Надо слушать инструктора, и все хорошо будет. То есть никаких проблем не было? Никаких. Не трудно было дышать? Не дышать, ничего. Все экстру, это инструктор говорит. Все, нажимать, дышать, все будет отлично, кто хочет попробовать. Рыба меч, длинные желтые рыбы красивые, черные, кораллы, их можно было трогать, рыбки проплывали близко, их можно было. Была огромная рыба, или тунец, или что-то. Не акула, похоже на тунец. Там может быть бэйби акула. В общем, это очень круто и здорово. В общем, я рада, что мама хоть что-то с первого раза и понравилось. Но ему видно, что эмоции переполняют. Значит, круто. Ну что, я сейчас одену этот аквабокс и попробую показать вам этот прекрасный подводный мир.
Счастливого плавания! Смотри, бабушка сейчас под воду нырнет. Да? С аквалангом ныряет под воду. Пока-пока! Помаши ручкой бабушке. Мама! Ку-ку! Смотри, бабушка. Вообще первый раз. Но мне было первый и последний. Я точно знаю. Смотрите, какие сегодня волны. Сейчас тапочки твои унесут. Мусора кучу нанесла вода. Мы заняли первый ряд лежака. Заняли первый ряд, и тут на тебе такое. Ни тапочки оставить нельзя, ничего. Я еще в Египте такое море не видела. Кто любит попрыгать на волнах, им самый кайф. Холодно, купаться желания особого нету. Может, если хотя бы солнце вышло, было бы лучше. Сижу на лежаке. Греюсь. Еще рано, еще только 9 утра. В 10-11 будет, конечно, жарко, как всегда. Вынесла кучу мусора. Волнами. Снимай. Не самая приятная картина. Теперь понятно, почему там, где океаны, волны, там у берегов очень грязно обычно. Как мы в Шри-Ланке были. Там очень много мусора, веток и прочего. Что, зайка, ты хочешь водичку? Давай потом, когда будем на песочке играть. Она очень, конечно, она очень приписная, красивая. Не рви. Сколько стоит один бурбур, один роза цвета? Не пойдет Настя на дискотеку, нет. Раз Настя не кушает, то на дискотеку не пойдет. Не пойдешь на дискотеку, нет, нет, нет. Тогда кушает, давай кушать рыбу. Ну все, мы не успели на дискотеку. Не успеем, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Куда ты хочешь? Тогда нужно покушать рыбу. Вот этот ребенок, который дома обжора, здесь она вообще ничего не ест, кроме фиников. А фиников сейчас нету. На ужин не дают финики. Что будешь кушать? Макароны не хочет, рыбу не хочет, рис. Все, что дома ест, эта малышка есть не хочет. Да, нас больше не отпустят на курорт. Не отпустят. Огурчики, боже. Короче, я сегодня вообще целый день ничего не ем. Знаете почему? Это все вчерашний манго. Манго, который я съела на ночь. Мне сегодня целый день очень плохо. Меня тошнит, я ничего не могу есть. Короче, я тут вычитала местное хорошее лекарство, пошла в аптеку, которая при отеле. Знаю, что это лекарство недорогое абсолютно. И думаю, ну куплю тут уже, чтобы не ждать, пока мы в город поедем. Прихожу, у меня заряжает 175 фунтов. Это больше, чем 10 долларов, 11 долларов где-то. Думаю, ну капец, показываем в интернете, смотри, 20 фунтов. Почти в 20 раз дешевле, в 10 раз дешевле, извините. Только пожал плечами и все. Думаю, ну собака, на самом деле дешевле съездить на такси и вернуться в ближайшую аптеку, чем купить здесь лекарства. Поскольку мы собирались сегодня все равно поехать в город, мы еще раз посетили аптеку, которую я вам сейчас покажу. Там не завышают преднамеренно цены, мы в многих аптеках были. Вот, поэтому пошли прямиком туда и помогут, хорошие там ребята работают. Нам понравилось. Такая неприметная аптека, и местные там, я вижу, скупаются. Вот, и купили еще пачку лекарств, кремов и прочего. Повезем домой. Сделала небольшую рекламу, если вам нужна аптека по хорошим ценам.
Вот здесь мы уже не первый раз покупаем, здесь реально не завышают цены. Напротив Regina Resort отель, улица Sheraton. Давай кушать. А папа увидит, что Настя не кушает. Смотрите, какой у нас тут огурцы, макароны. Настя любит макароны. Не, ну вы посмотрите на эту девочку. Испортилась в Египте, да? Дома так хорошо кушаешь, а здесь испортилась. Что будем делать? Чем Настю кормить? Не пойдем в дискотеку. Нет, не пойдем. Не пойдем. Нет, 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 не пойдем. Нет, нет. Нет, нет. Не пойдем на дискотеку, нет. Тёма уже улетел на самолете на сегодня. Да? Он же с тобой попрощался. Сказал пока-пока и улетел на самолетике. К себе домой. Ты расстроилась? Тебе грустно? Когда-нибудь встретимся. Еще. Там еще столько мальчиков на дискотеке. Она реально расстроилась. Зато у нас есть фотографии с Тёмой. Не расстраивайся, бусинка.